Гастрольный показ спектакля «Сказки Пушкина» – это 2 часа хулиганства в путешествии с Александром Сергеевичем и мощная концентрация женской энергии. В постановке задействован лишь один мужчина – хормейстер. Сами актрисы признаются, хотят понравиться классику, как женщины. Идея родилась на факультете сценографии Московского художественного театра. Детали композиции режиссеру Рузана Мовсисян раскрыла на пресс-конференции перед показом. Это женский Пушкин. Мне кажется, что Пушкину очень бы наша компания понравилась. Сам факт, что играют в это женщины, дает, мне кажется, очень такую пушкинскую, хулиганскую какую-то легкость отношения к материалу. Мы как бы, когда мы это все делали, мы пытались немножко флиртовать с Пушкиным. А может, не немножко. Свою постановку Рузана Мовсисян сравнивает с лоскутным одеялом, где из фрагментов сказок соткана оригинальная композиция. Наизусть знакомые поэтические тексты предстают в свете неожиданном, даже парадоксальном. Сказка о рыбаке и рыбке выдержана в японском духе, разыграна с использованием вееров, масок и барабана, звуки которого напоминают рокот моря. Солирует в этой части артистка театра и кино Нелли Уварова. Она же берет на себя функцию конферансье. Что мы все в ткани этого спектакля, но внутри он так строится. Это 4 основных сказки и остальные вставки. Вот у каждой маленький моноспектакль, то есть есть соло, а все остальные актрисы в этот момент становятся хором, дзанни, реквизиторами, кем угодно, тенью просто, вот, которые вот. И это все время позиция солирующего все время меняется. Меняются и стили. Например, сказка о царе Салтане исполнена в эстетике греческой античности. Сказка о золотом петушке – римской, отсылающей визуально к авангарду 1910-20-х годов. Особая изюминка постановки – хор. Музыкальные вставки, произведения Чайковского, Шопена и оригинальные аранжировки раскрывают грани пушкинского гения. Сам Пушкин очень музыкален, правда. И вот эта ритмика, и как эти замечательные актрисы читают сказки. Ну, у меня есть потрясающая возможность присутствовать на сцене вместе с ними. И иногда я ухожу, я сижу около пианино и наблюдаю за этим. То есть я становлюсь в этом моменте зрителем. Сказкам Пушкина 1,5 года, и за это время актрисы сумели по-разному раскрыть настроение постановки. Смыслом здесь наполнена каждая деталь. К слову, афишу для спектакля создали по проекту социального предпринимательства. Наивно? Очень. Современный портрет Александра Сергеевича написали молодые художники с ментальным расстройством личности. Насладиться атмосферой можно в Ульяновском молодежном театре 4 и 5 июля. Александра Никитина, Геннадий Бухтаяров, Управда ТВ.